Давайте прямо сейчас проверим интуицию. Как думаете, сколько различных профессий существует в калийной отрасли? Делайте ставки. Все, кто считает, что больше 1000, совершенно правы. Представляете, какое количество людей заботится о продовольственной безопасности Земли? В предыдущих сериях мы уже познакомились с шахтными и фабричными профессиями в компании. А сейчас мы расскажем про тех, кто управляет устойчивым развитием, отвечает за образование, досуг, спорт и коммуникации. Для Уралкалия важно охранять окружающую среду, менять к лучшему условия жизни людей и подход к управлению ресурсами. Помогают на этом пути ESG-специалисты. Они анализируют процессы компании с точки зрения экологических и социальных воздействий. В области устойчивого развития постоянно возникают все новые вызовы. А чтобы с ними справиться, нужны знания и технологии. Их разработкой занимаются специалисты будущего. Урбанисты-экологи, биоэнергетики, эксперты в области циркулярной экономики и многие другие специальности могут стать востребованы на рынке труда совсем скоро. Но как же овладеть нужными компетенциями? Учение — свет, подумал Уралкалий и построил собственный корпоративный университет. Ежегодно в нем обучаются более 17 тысяч сотрудников. А библиотекари помогают подобрать ученикам нужную литературу. Причем калийщики не только проходят обучение сами, но и участвуют в развитии своих коллег. Также в компании есть специалисты по работе с молодежью. Они проводят интеллектуальные игры, спортивные квесты и туристические выезды. Для всех желающих свои двери распахнули уникальные музеи. Один из них находится в Соликамске, второй — в Березниках. Экскурсоводы и хранители экспонатов знакомят посетителей с прошлым, настоящим и будущим калийной промышленности. Сотрудники музейно-выставочного центра с большой любовью готовят тематические экскурсии и мастер-классы для аудитории разных возрастов. Есть у компании и свой культурно-досуговый центр, где звукооператор задает тон корпоративным вечерам, а специалист по организации культурно-массовых мероприятий отвечает за то, чтобы досуг в Уралкалии проходил на ура. Хобби найдется для каждого. Среди калийщиков много пловцов и баскетболистов, легкоатлетов и лыжников. Профессиональные тренеры спортивного комплекса готовят всех желающих к соревнованиям, а детям сотрудников с пеленок прививают любовь к спорту. В компании уверены, что мотивация и вовлечение – залог успешного выбора будущей профессии. Представляете, какая в Уралкалии насыщенная жизнь? Если бы не собственное новостное агентство, уследить за событиями было бы просто невозможно. Редакторы портала «Калейдоскоп», мобильного приложения, корпоративной газеты «Руда», а также видеоканала «Уралкалий ТВ» знакомят сотрудников с событиями прошедшей недели и анонсируют ближайшие мероприятия. Вы были правы. Калийная отрасль насчитывает больше 1000 профессий. Это экономисты и водители, строители и кладовщики, IT-специалисты и маркетологи. Сотрудники компании трудятся как в речном порту, так и в железнодорожном депо, на земле и под землей. Каждый из них помогает калию выполнять свое предназначение. Все они играют важную роль в борьбе с голодом на планете. А ты? С нами?